Данил Совунов начинал свой спортивный путь на Саровском льду. В секцию хоккея он пришел в 3 года. В 11 лет уехал в Пензу и выступал за «Дизель». Мастерство юного хоккеиста позволило ему выбиться в высшую хоккейную лигу. Затем Данил перешел в хоккейный клуб «СКА» Санкт-Петербург. Дебютировал в континентальной хоккейной лиге в домашнем матче против «Витязя». А с сезона 2023-2024 перешел в «Торпедо» КХЛ, после чего в «Металлург», «Новокузнецк», ВХЛ. Хоккеист поделился с воспитанниками спортивной школы «Саров» секретами мастерства и рассказал про свой путь в большой хоккей. Начало моей карьеры, старт, я всегда с теплотой приезжаю в этот ледовый, в этот город, в принципе, и вот с ребятами покататься мне прям за радость. Супер какого-то секрета нет, это каждый день плодотворная работа, не жалеть себя, отдаваться полностью, и тогда все у тебя получится. В спортивной школе «Саров» несколько дней проходили мастер-классы с Данилом Совуновым, а также с игроками ХК «Саров» Денисом Китаевым и Сергеем Клепневым. Цель таких встреч – не только отточить броски, катание и командное взаимодействие, но и замотивировать, вдохновить подрастающее поколение хоккеистов. Эмоции зашкаливают, когда встречаешь великих русских хоккеистов. Это очень интересно. Они рассказывают о себе, о своей биографии. Это впечатляет, хочется стать таким же, как и они. Ну, ребята молодцы, показывают основные правила, как играть, объясняют все. Как правильно делать улитки. Это разворот на 2 ногах на месте. Данил Совунов – не единственный воспитанник спортивной школы «Саров», который стал профессиональным хоккеистом. Саровский хоккей воспитал целую плеяду сильных спортсменов. Воспитанники школы в разные годы становились победителями зональных соревнований первенства России и международного турнира. Все эти достижения – яркий пример того, что мечта реальна и достижима. Участники мастер-класса и все желающие могли получить автографы от Данила Совунова, сфотографироваться и пообщаться с хоккеистами. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Евгений Иващенко, служба новостей «Саров-24».